Главная святыня, связанная со Спиридоном Тримифонским, это один из его башмачков. Хранится он в храме Преображения Господня в Хосте. В дар города его передали с острова Корфу. Именно там, в Греции, хранятся мощи святого. Ларец с его частичками открывают всего раз в году для того, чтобы переобуть тапочки, в которых, по преданию, Спиридон ходит по миру и творит чудеса. Его мощи имеют температуру человеческого тела. Вот. И каждый год ему меняют бархатные башмачки, потому что подошва истерта. Я лично участвовал в переодевании башмачков и лично сам видел не просто даже истертость подошвы, а кусочки глины и песочка на подошве святого. Изношенные тапочки раздают в разные храмы по всему миру. Таким образом, один из башмачков попал 2 года назад в Сочи. В крае святыня есть только в 2 храмах – Хостинском Преображении Господня и в Краснодаре в храме Георгия Победоносца. В Сочи тапочек находится на постоянном хранении. Обычно, прикладываясь к святыне и молясь у иконы Спиридона Тримифонского, которого называют скорым помощником, верующие просят о помощи в житейских делах, в семье и на работе. Божественная литургия по случаю Дня памяти чудотворца состоится в Хостинском храме завтра, 25 декабря.